Во дворце детского и юношеского творчества поздравили с юбилеем Евгения Бельмаса. Мужчина посвятил всю свою жизнь Колыме, родился в областном центре. Учился в 7-й школе, работал в Ледовом дворце инструктором-методистом по спорту, много лет играет в хоккей. За свою долгую жизнь обзавелся множеством друзей по всей стране. Много-много друзей, особенно магаданцев, которые уехали сейчас в центральные районы страны. И вот у меня с Челябинска, с Москвы, с Ленинграда, с Геленджика, потом Ульяновска. Много-много. Вот на сегодняшний день уже где-то около 20 поздравлений. К поздравлениям присоединился и мэр Магадана Юрий Гришан. Градоначальник поблагодарил Евгения Михайловича за его труд, а также любовь к Колыме. Я желаю вам здоровья, сейчас это очень важно, да? Чтобы ни ноги, ни руки, ни голова, ничего не болело, чтобы мы 22-го достойно отыграли с пацанами в хоккей, лучше всего дадим им жару. Поздравляю вас с юбилеем. Все настоящие юбилеи, они все карты 75. Также юбиляра поздравили его коллеги и друзья. В честь Евгения Бельмаса прозвучали музыкальные произведения в исполнении детского коллектива народных инструментов. Вечерний Магадан присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко, Магаданское время.